Жил-был один человек. Рос он обычным мальчиком. И вот когда пришла его пора покидать детство, мальчик впервые подумал, а в чем он смысл жизни? Мальчиком он был начитанным, поэтому стал искать ответ в книгах. Ну, те книги, что утверждали смысл жизни в том, чтобы умереть за родину или за идею, он отверг сразу. Смерть, пусть даже героическая, не может быть смыслом жизни. Мальчик подумал, что смысл жизни в любви. Таких книг было тоже немало, и верить им оказалось куда легче и приятнее. Он решил, что ему непременно надо влюбиться. Огляделся вокруг, нашел подходящую девочку и решил, что он влюблен. Быть может, мальчик хорошо умел убеждать сам себя, а может, пришел его час, но он действительно влюбился. И все было хорошо, пока любовь не ушла. К тому времени мальчик уже стал юношей, но расстраивался так же искренно, как в детстве. Он решил, что это какая-то неправильная любовь. И полюбил снова, и снова, и снова. Он верил себе, и он не врал, когда говорил «люблю». Но любовь гасла, и юноше пришлось поверить, что так случается на самом деле. Тогда юноша решил, что смысл жизни в таланте. Он стал искать талант у себя, хотя бы самый пустяковый. Ведь юноша уже знал, что настоящая любовь может разгореться от слабой искры, значит, и талант можно растить. И он нашел у себя крошечное зернышко таланта и стал его растить бережно и любовно, так же, как растил в себе любовь, и у него получилось. Его полюбили за его дела. Он стал нужен людям. В его жизни вновь появился смысл. Но прошло время, юноша стал взрослым мужчиной и понял, что обрел смысл своих умений, а не смысл своей жизни. Он снова очень удивился и расстроился. Он стал искать смысл жизни в удовольствиях, но они радовали только тело и стали смыслом только для желудка. Он искал смысл жизни в Боге, но вера радовала лишь душу и лишь для нее стала смыслом. Он попробовал все сразу – верить, любить, радоваться жизни и творить. Но смысл так и не нашелся. Более того, мужчина понял, что среди немногих людей, ищущих в жизни смысл, никто так и не смог его найти. Человеку пришлось пройти еще много дорог. Он бросался на все, что, казалось, ему несло в себе смысл. Он пробовал воевать, пробовал строить, он любил и ненавидел, творил и рушил. И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это всегда не свобода. Смысл – это жесткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим смысл в деньгах, говорим смысл в любви, говорим смысл в вере. Но это
всего лишь рамки. В жизни нет смысла, и это ее высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти. И это важнее тысячи придуманных смыслов.